Лучше узнать свой город, разгадать загадки о его значимых местах. В последние дни школьных каникул шелковские учащиеся проходят городской квест. Задания сложные, но интересные. Например, отгадать место, склад знаний, который не занимает ни одного килобайта памяти. Участники бегут в библиотеку, там ищут новую загадку, отгадывают и бегут дальше. Цель – как можно быстрее пройти по маршруту и найти флаг России. Три цвета, три команды – белый, синий, красный. Так молодежный центр «Навигатор» отмечает День российского флага. В нем приняли участие старшеклассники и учащиеся колледжей Щелковского района. Квест патриотический. Мы хотели, чтобы ребята побольше узнали о своем городе, так как многие живут здесь и многие места не знают в городе. И мы целью такую ставили, чтобы ребята узнали и познакомились поближе со своим городом. Такое мероприятие «Навигатор» организовал впервые. Популярная сегодня игра «Квест» собрала около 50 желающих. Узнать об этом они могли из социальных сетей и через участников клуба. Самих игроков привлекает возможность знакомства и общения друг с другом. Просто решила подружиться с новыми людьми. Общение с молодыми, со своими сверстниками, новый опыт, новое знание. Мне будет проще общаться в будущем с людьми, знания могу применить на практике, организаторские. Кого-то привлекли футболки, кто-то приходит повеселиться. Я стараюсь чаще принимать участие в таких мероприятиях, связанных с жизнью города. Квест закончился ярко. Участники выстроились в цвет флага и устроили танцевальный флешмоб. Победители получили приятный приз – пригласительные билеты на посещение ледовой арены в любое удобное время. Но организаторы на этом не останавливаются. В будущем они планируют создать серию таких квестов по городу и привлечь больше участников. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».